Небольшой репортаж с нашего пушкинского огорода. Вот уже вишенка на этой неделе поспела. Сейчас вот маленько освободилась, соберу ее. Вот тут красиво на закате она. Ага, ну куст большой, вот сейчас старые веточки посмотрю, обрезать надо. Что-то по весне, ну цвета много облетело. Вообще думала, что побольше будет вишни. Ну вот в этом году и яблонька у нас даст урожай. Хорошие яблочки уже такие наливаются. Тут вот грядки у нас с клубникой. Маленько прополола. Тут вот что уже отцвело. Немножко. Ну красную смородину я уже собрала. Ирга поспевает. Ой, детвора там у мамы едят тоже иргу. А вот новая яблонька. Пипенчик или пупен, как-то называется. Это вот баба Зоя еще сажала. В этом году первый раз яблочки у нас народятся. Вот полила хорошо. Тут подпорочку сделал Васюша. Ну вот посмотрим, как яблонька у нас даст урожай, какие будут большие яблочки.